Любители железных коней побольше организовали мотопробег Чебоксары-Мариинский Посад. Байкеры Союза мотоциклистов Чувашии и Госавтоинспекция Республики посвятили его третьей глобальной неделе безопасности. Перед стартом колонны водители мотоциклов написали свои пожелания участникам дорожного движения на мини-плакатах «Спасите детские жизни». В своих пожеланиях участники акции призывали всех соблюдать правила дорожного движения, быть взаимовежливыми друг к другу и просто быть добрее и терпимее на дорогах. Затем в сопровождении дорожно-патрульной службы колонна байкеров направилась в Мар-Посад, где приезд десятков мотоциклистов стал частью праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы.